Страдающий от падения мировых цен на нефть казахстанский бюджет в текущем году недополучит еще 300 миллиардов тенге. Это примерно 860 миллионов долларов США. Основное недопоступление ожидается углеводородов. Добыча самого черного золота в 2016 году сократится на 3 миллиона тонн. Дефицит бюджета при этом увеличится. С учетом привлечения свободных остатков 2015 года в сумме 179 миллиардов тенге прогнозируется увеличение дефицита бюджета до 902 миллиардов. Это не потребует привлечения дополнительных займов для его финансирования. В целом расходы республиканского бюджета в этом году прогнозируются на уровне 8 триллионов 3 миллиардов тенге. Это на 600 миллиардов больше ранее утвержденного объема. Социальная сфера, а это здравоохранение и социальное развитие, потребует 2 триллиона 998 миллиардов тенге. Расходы на культуру и спорт в 2016 году составят 91 миллиард тенге. В сельском хозяйстве расходы вырастут до 220 миллиардов. В среднем траты растут на 30 миллиардов по каждому пункту. Кроме того, сейчас, по словам министра, ВВП на душу населения оценивается на 1500 долларов ниже, чем планировалось до Нового года. Национальный же банк прогнозирует инфляцию на уровне 6-8%, и это пока соответствует ранее утвержденному коридору. Лязат Сагындыкова, Бауыржан Кашаканов, телеканал Алматы.